Вот такое прекрасное блюдо у меня получилось всего за 20 минут. Может быть, кто-нибудь другой рецепт подскажет. Буду благодарен. А готовили мы сегодня. Будем готовить деликатес. Вот это у нас бараньи яйца. Замочил на 1,5 часа в молоке. Будем варить, жарить. Вот мы яйца отварили. Буквально 5 минут кипели. Вот видно, эта часть сварилась. Внутри еще серовато. Вот, кровь маленькая. В молоке замачивается, чтобы вышла лишняя кровь. Но так как я их не разрезал напополам, вся кровь не вышла. Сейчас их крошим и на сковородочку. Вот мы порубили яйца на сковородочку. Видно прекрасно, что излишки влаги. Молоко, которое мы питали яйца, все выпаривается. Я специально их не довариваю, потому что всяко пробовал готовить, когда перевариваешь, они становятся намного жестче, чем маленькие недоваренные. Сейчас влага вся выйдет, молоко выйдет, начнет поджариваться. Перчик, лучок. И приятного аппетита!